Приветствую тебя на канале Трейлер ТВ. Только официальный урывок из фильма. Это Хокинс. Самое страшное происшествие, с которым я столкнулся за 4 года службы, было, когда сова напала на прическу Элеонор Глэспи, потому что приняла ее за гнездо. В 99 случаях из 100, если ребенок пропадает, его находят у родителей или родственников. А в сотом случае? Что? Вы сказали в 99 случаях из 100. Что происходит в сотом случае? Смотрите в июле. На помощь! Думаю, она знает, что с ними случилось. И где девчонка? Она не могла далеко уйти. Какого черта? Ты знаешь Уилла? Знаешь, где он? Прячется. От кого? Может, Уилл увидел что-то, чего не должен был? Загадочные события. Подпишись на канал и ставь лайк. Приятного просмотра!